Ну, за границей это вообще сплошной андеграунд. Это у нас есть вершины, о которых не знает за граница. Ну, то есть очень разные пласты, да, там популярности, творчество, и параллельные миры существуют. То есть и народные артисты в Палате Украина — это один мир, который я уважаю, который мне нравится. Кого из старой плеяды вы слушали или слушаете вот виконавців? Я люблю гурт Нічлава, якщо хтось пам'ятає, з Андрієм Підлужним такий був. Тарас Петрененко. Такі от глиби української. А є ли у вас прорив, от наблюдаєте прорив сучасної музики української? Отмітили для себе якісь проекти?